Євген і Тетяна Семенкови – власники спортивно-розважального центру, розвивають сільський зелений туризм. Заснували такий куточок у травні 2014 року. Подружжю вдалося у найкоротші терміни облаштувати територію і підготувати активності і розваги для гостей. На даний момент садибу відвідало понад 3 тисячі осіб, серед яких були іноземні гості з Німеччини, Швейцарії і Польщі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, супер, просто, ну дійсно справжня подружня пара. Дякую, що завітали. Тож будемо говорити про ваш куточок. Я думаю, що логічно було б розпочати з ідеї. Да? Сьогодні вже гості там приїжджають із закордонні. Як виникла ідея побудувати такий куточок? І що це за куточок такий? Що це за садиба? Розказуйте, будь ласка. Нам. Ми дуже багато путешествуємо і маємо дуже багато друзів з різних уголків України і Європи, міра. І це движение, сельский зеленый туризм, оно очень популярно там. А так как нам очень нравится работать с детьми, работать с гостями, делать что-то своими руками, то вот и возникла идея вот такая вот сделать уголок для отдыха в Николаевской области. Эта идея давно витала в моей еще семье, когда я был маленький, у родителей, и вот планы были. Плани осуществились тільки, коли я повзрослів. А от ви кажете, що ви подорожуєте. По яким країнам ви подорожуєте? Чи це, можливо, Україна? Чи це за кордон? Звідки ви досвід брали, черпали? Ми дуже любимо путешествувати. Як я говорю, це у Жені у крові, у мене у крові. Но ми дуже любимо путешествувати. Не тільки Україна, але й Європа. У нас дуже багато друзів за границей. Це в основному скаути. І з 2014 року ми почали плотно путешествовать, вот стабильно два раза в год мы куда-то выезжаем за границу, и в основном это европейские страны, да, Польша, Чехия, Германия, Швейцария, Италия, вот, и все идеи, которые мы видели в этих странах, мы хоть одну, но привносим вот, наше дитяще в истоке. Тобто далі ще буде, ще попереду багато ідей, з чого ви розпочали? От який був ваш перший крок? Ну, зрозуміло, що ідея, ось буде у нас садиба далі. Що було далі? Ви маєте в виду, як це все от случилось? Так, як це сталося? Сьогодні ми маємо те, що маємо, але як все розпочалося, друзі? Началось з того, що ми переглянулись і вирішили, да, будемо робити. После этого собрали все снаряжение, которое у нас было, все инструмент, погрузили в машину вместе с моим другом Димой и привезли на абсолютный пустырь, где было у нас небольшой кусочек земли, но там не было абсолютно ничего, ни заборов, ничего. И вот, кто ще не знает, кто не зрозумів, где ця земля, где знаходиться? Земля находится в селе Петрово-Солоніха, недалеко от города Николаева, это всего лишь 20 км на берегу реки. Не важко? Вообще не тяжело, на машине, плюс ко всему можно приехать на общественном транспорте с центрального рынка города Николаева, ходит каждый час маршрутка. Легко доехать и выехать тоже легко. Тобто була там площадь, что просто была земля и что? Сегодня это спортивно-развлекательный центр, правда? Чтобы вы понимали, я когда первый раз приехала, да. Я захожу, там просто поляна и костер сидит, ну вот Женя с Димой, и они обедают. Я говорю, и мы планируем здесь сделать вот центр. Они ответили, да. Здесь буде центр. Ну, вот небольшими шагами ми йшли до цього. У вас була така мета показати, що можна не тільки там посмажити шашлик на природі, а ще бути ближче до природи, бути до тварини. Що можуть побачити люди, які от приїхали до вас для того, щоб відпочити на природі? Філософія нашого відпочинку в тому, щоб гості приїхали і не тільки... Ну, очень часто едут в гости и говорят, что нам только шашлык надо, и все. Мы понимаем, что ну 2-3 часа вот так люди посидят, и все. Поэтому мы разрабатывали на протяжении, и разрабатываем на протяжении этого всего времени программу, которую они, программу их пребывания. И ненавязчиво им предоставляем ее. Мы посещаем пещеру. Пещера – это часть подземного хода, куда, где раньше был подвал Бредихина. Бредихин – это пан, который основал это село 250 лет назад. Мы показываем это, показываем фундаменты этого развалинного дома. Мы... Активный такой вид. Да. Мы рассказываем топонимы, что рядом с нами находится, потому что
Как оказывается, не все знают, что мимо нас течет река Южный Буг, а все думают, ну, думают, что это, возможно, Ингул, может быть, какая-то другая река. Один раз даже мальчик сказал «река Темза», ну, наверное, Темза. Это юмор ты. Был. Ну, да. Можливо, пожартував, тому що далеко ще до... Да, показываем, рассказываем, катаем на лошади, у нас есть и веревки, мы и игры с ними организовываем. На території у нас можна хорошо віддихнути, животних покормити. Це тобто все... такий контактний зоопарк навіть міні у вас, я так розумію, правильно? Да, можна? Да. Часові рамки, це ж літо-осінь можна приїжджати, весна, взимку не працює ваш спортивний? Поки ні, але ми маємо плани на те, щоб розширити нашу діяльність. Але ми готові зустрічати десь з числа 15 апреля і до ноября, от поки тепло. Іноземні гості, як вони до вас потрапили? Німеччина, Польща, я знаю, що вони відвідували вашу садибу. Хто це були прості пересічні люди, чи може і ваші знайомі із подорожей? Це такі наші знайомі, да, скаути. В 2016 году ми пригласили скаутов з Швейцарії, да, Германії, а з Германії були ще раніше, в 2015 году. І з тих пор вони вот раз в год у нас хтось буває из за границы, это в основном из Германии к нам приезжают. Нам легко с ними находить язык, потому что я знаю немецкий, Женя знает английский хорошо. Вы выкладачка немецкой мовы, ну, так? Да, да, да. И вот нам очень легко с ними общаться и ну, там находиться, потому что они когда приехали, они сначала тоже не понимали, что это, потому что в Германии таких центров тоже нет. Там есть кемпинги, да, где они могут тоже приехать, там шашлык пожарить и отдохнуть. А вот таких именно... да, усадьб зеленого туризма у них, ну, мы не видели. Может быть, они есть, но друзья наши немецкие нам не рассказывали, наоборот, они только спрашивали, интересовались, и мы видели это восхищение тоже в глазах немецких скаутов. У них там другой немного формат есть. Они приезжают, отдыхают, но у них нельзя разжечь костер на земле. Они не могут вот так иметь простой доступ к животным, они не могут, потому что все должно быть безопасно, безопасно, ну для них безопасно, это означает за решетку. Ну так, трошки інший ментальний в цьому плані. 4 роки пройшло, які ще є ідеї у вас і плани? Всього приду, може це буде щось нове, або будете розширяти межі? И идеи у нас, ну, во-первых, первое, это построить уже гостевые домики, чтобы можно было отдохнуть с ночевкой приехать. И мы действительно хотим расширять, во-первых, количество услуг, которые можно попробовать. А, потому что к нам гости приезжают не один раз, не два раза, ну, подряд, допустим, да, в один год могут приехать несколько раз. И мы хотим, чтобы было интересно. Но также у нас есть планы расширения деятельности. Ну, поки які, ми не скажемо, це комерційна тайна, тому що... Ну, добре, ми побачимо потім. Ну, я так розумію, що це те, що ви створили, це зелений туризм от в повному обсязі, да? От, який він є. Тобто було пустирь, пусте місце, потім на ньому зрощується щось нове. Ми дякуємо за те, що спільна справа вас об'єднала, у вас вийшло непогано, і що будемо чекати на нові ідеї. Я знаю, що вони у вас точно є. Можна ще? Можна. Да, мені дуже приємно, що коли ми з'явилися в селі в цьому, наши соседи не понимали, что это, как это и для чего. До речи, хотела запитати, были проти люди? Люди сначала не понимали. Они не понимали. Ну, что-то там строится, где-то куда-то машины там ездят, ну, ничего страшного. Сейчас же наши соседи, спасибо им большое, они принимают участие в отдыхе наших гостей. Каким образом? Могут принести продукты своего... Пригостити, да, 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 либо продать те же яйца, ту же клубнику. Если приезжают к нам наши гости и хотели бы остаться с ночевкой, то тогда вот наши гости могут переночевать у наших соседей, у которых есть уже стационарные дома. И вот я так думаю, что Солоніха скоро станет большим. Да? Центром. Це той варіант, коли громада, знаєте, у нас є в ефірі така рубрика «Зробили разом». Ось я думаю, що це саме той варіант, ідеальніший того, що ви створили.